провоцирую? Зачем они это делали? Кто-нибудь скрывал от них что-нибудь? Они ничего не создали в жизни. Они, не могут создавать. И не могут, совершенно верно, спокойно. Освободите Киев! Уберите этот бомжатник отсюда! Ваша идеология – утопия! Не толкайте женщину! Где ваша культура? Мужчина, не толкайте женщину! Где ваши европейские ценности? Чего вы женщину толкаете? При чем тут Азира? Почему? Значит, вы подкуплены, раз вы верите, что мы стоим здесь за идею. Россия? Да. Молодцы. Вы там определите, все, вас уже подкупили. За чьи деньги вы там друг друга имеете, грубо говоря. Дедушка, давай иди. В отличие от вас, мы не пьем, наркотики не употребляем. Я тоже не и себя не подстилаем ни под кого. И я, вы подстилаете под Путина. Какого Путина? Бог, мы сам что-нибудь такое что выставили получали. Вы какого-то политика а поддержали? Ютуб зайди. Вы, это же не секрет. Да я запомнил, так же, как и ты. Мужчина, каждый имеет право иметь свое мнение. Почему вы не считаетесь нашим мнением? Вы тоже украинский народ. Вы не украинский. Где у вас прапор украинский? Покажите, мы украинские. Где у вас? Покажите, где у вас украинский прапор? Да, ваш прапор. Нет, спасибо. С ваших рук я флаг не возьму. С ваших рук не возьму. Вы его уже осквернили. Вы его уже осквернили. Вот именно. Скажите, пожалуйста, где вы получили образование? Если ваше дело правое, почему вы стали... Вы получили при Советском Союзе образование. Почему с вашей стороны идет перегар? Скажите, пожалуйста. У вас идеи под отрёбки нету? Я не вас говорю, я про ваши соратники говорю. Вы сказали с вашей стороны. Я никогда не пойдемте, боюсь. Сейчас, вот сейчас. Вы не пойдемте со мной. Вами, пойдемте. Меня растерлял. Нет, пойдемте, мы сейчас выживем. Я еще жить хочу. Я еще женщина. Я еще жить. Вот, она сказала.